Поволжском университете спорта и туризма завершился фестиваль «Ижата-шата на чайках Эмбердемлике. Творчество мира и согласия». В рамках фестиваля участники конкурса, студенты вузов, выступили с творческими номерами, отражающими традиции и культуру народов Татарстана. В прошлом году впервые по инициативе Рафиса Тимирхановича мы первый пробный шар запустили по данному фестивалю. И этого года фестиваль, по сути, заявкам, которые поступили на этот фестиваль, на этот конкурс, почти 100 таких обращений было, выступлений, видимо, востребовано. Сам конкурс проходил в 3 этапа. Первый – прием электронных заявок. На втором этапе состоялись сами конкурсные дни среди участников. В этом году на участие было подано около 100 заявок от образовательных учреждений. И почти 100 номеров, точнее 97 были представлены на предварительный просмотр. И сегодня мы видим лучшие из лучших номеров, которые делают то, ради чего был задуман конкурс. Это сплочение наших народов. Ну а завершением стал красочный гала-концерт победителей и призеров. Победители были отмечены денежными призами и дипломами. Тимур Симонов, Никита Акиньшин, Универньюз.